Ребят, всем привет! Это Тосити, Unknown Origin. Такая игрушка, ее можно скачать. Что-то вроде пробной версии. Так вот, просто взглянуть, первый взгляд. Так, ну что, панкуху сделаем? Ну, пускай будет такой. Здесь характер выбираете, тут всякие штуковины на лицо. Да, пускай будет так. В таком эластичном костюме. Погнали. Так, опции, кстати, здесь сразу можно выбрать. Графика здесь достаточно очень такая трудозатратная, требовательная очень. Thank you.
Так, тут это крокозябра. Так, убили. О, еще одна. Так, все завалили. Ништяк. Ага, стрелочки показывают, куда идти. Опа-на. Ух, нифига себе, быстро бегает. Собачонка какая. Ай, патроны. Так, есть. А, это цветок этот. Сволочь. Опаньки. Так, сразу палкой по голове. Используйте наушники для лучшего погружения в игру. Держи дистанцию. Не позволяй врагам приблизиться к тебе. Фига, она его мочит. Ugly guy.
Следуй за этой тварью, короче. Уа. Так, небольшое зависание. Графа, конечно, вообще офигенная. Винтовочка. Бей монстра. Воу-воу-воу. Где она, где она? Ёкарный бабай. А, о, вижу, вижу, вижу. Воу! Ничего себе! Да, побила. Офигеть. Так, давай попробуем. Отсюда она бежала. Сейчас зарядимся. Сейчас он бросает в этот камень. Все, завалили.
Спасибо за игру, то, что поиграл. Мы надеемся, что ты наслаждался игрой, и этой короткой превьюшкой, что пробовал, чтобы показать игру, что это возможно, что такие игры возможны для мобильных устройств. То, что... Это занимает много типа, ресурсов. Мы всегда ищем партнеров. Заинтересованы в партнерах. И чтобы не ограничивать, типа мобильный гейминг. Спасибо, что... Если есть вопросы, вы можете отправить тут на почту. Почта написана. В общем, ребята, вы можете попробовать скачать эту игру. Она абсолютно бесплатна. И как раз затестить свой мобильный телефон. На самой высокой графике у меня не идет. А вот на просто высокой тоже идет. Но уже такие мелкие прям затормаживания. Конечно, было бы идеально на нормале играть. И все пойдет. Вот, поэтому как... Просто посмотреть и можете попробовать. Когда игруха выйдет, скорее всего, вы можете уже полноценно уже знать, что это за игра, и уже играть полноценно. Или, если она будет платная, уже купить ее. Вот. Всем спасибо. Пока-пока.